рассталась с парнем, он предложил остаться друзьями, я не согласилась. Тут другая как раз ситуация. То есть девушка не согласилась? Она, так? Ей нужно одно только. Она вот как стандартная девушка, ей нужно одно. Вам же не нужно там пообщаться, чтобы нам нужны подарки, внимание. И? Следует, что... И все. Третий пальчик давайте загнем, что там дальше следует. За подарками и вниманием. И все. И все. Нет, на самом деле я считаю, что дружить все-таки нужно. Хотя бы остаться в хороших отношениях. Ну давай узнаем, как, может быть, кто-то еще думает. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Галина. Галина. К нам сегодня одни девушки звонят. Девушки у нас сегодня активизировались. Как вы жару переносите, скажите? Нормально. Купались уже? Нет. Ходили, может быть, загорать? Нет. А какие-нибудь новые наряды уже... Прикупили к лету? Да, прикупили, чтобы всем уже парням показать, что... На московской прошлись в этих новых нарядах. Ну, знаете, я только купила купальник, а по московской я, конечно же, не пойду в купальник. Да ну что вы стесняетесь? Зато... Вы пройдитесь как-нибудь, столько друзей будет. Зато, да, сразу на вас внимание. И такие, оу. Ну, я подумаю над вашим советом. Сразу побежит, оденет купальник и побежит на московскую. Скажите, а вот летом на пляж, когда, например, поедете, если любите какие-нибудь игры там, поиграть что-нибудь? Ну-ка. Подожди. Ну, смотря... Смотря с кем поиграть. Да, и смотря с кем. Смотря с кем. Ну, давайте с нами сейчас поиграем. Давайте с вами поиграем. В самую настоящую летнюю игру, майскую. Да, которую играют все, кто отдыхает на пляже. Три буквы. И... Там даже две... А, три буквы, да. Два, да, слова. Угу. И. И. Так. Вторая буква. К. К. Нет, нету такого. В. В? Да. В. И В тоже... Но одна буква – это хорошо, понимаете? Вот билет. Если не билет, то... Давайте подумаем, что там может быть. Ну, может, вы мне хотя бы чуть-чуть подскажете? Ну, это связано с темой нашей программы, конечно, не буду я. Вот вы знаете такой персонаж, Арнольд Шварценеггер? Да. Вот он тут не причастен вообще никак. Нет? Нету вариантов. Может быть, вам... Вариантов нет. Ну, и хорошо, тогда выбирайте клип. Клип какой будем смотреть? Вон у нас про список Арнольда большой. Шварценеггера. Григорий Лепса, может быть? Нету? Нет, нет. Девчонки, нет. Еще такого не слушали. Лепс. Григорий Лепс? Да. О, ну, спасибо. Специально для ваших подруг. Которые его очень любят. Да. И приветы, конечно же. Передаю большой привет своей сестре Александре, своему брату Дмитрию, племяннице Анечке и... Снахи Валерия. Какая хорошая у вас семья. Большая. Всем привет и передаю. И Григорий Лепс поет именно для вашей семьи. Для вашей семьи, да. Разбил я жизнь твою.